Итак, теперь мы встроим наши патроны калашников. Мне очень интересно, что там за порох. Троечка. Кстати, главпатроновский пусть контейнер. По-моему, здесь указано. Да, H21. Я смотрел на свет. Реально H21. Ну что, попробуем. Взвесим. Посмотрим. Мне дробь, в принципе, даже не так интересно. Я ее сейчас сравнить не могу, потому что у меня нет тройки твердой. У меня есть тройка волгоградская, которая, быстрее всего, не твердая. Сейчас просто посмотрим визуально. Ну, такое ощущение, что здесь дробь главпатрона, ребята. Она вся ровненькая, но очень мягкая. Вон половинку вижу. 31,8. Вот она, дробь. Идеальная просто. Ровненькая. Ну, я так понимаю, она мягкая. А, и кстати, она вот, знаете как, ее катаешь, она какая-то граненая. Не очень она так зеркально отполирована, так сказать. Так, сейчас я достану наш пыш-контейнер. Я этот патрон потом помечу, закрою. И мы его бахнем через хрон. Очень плотный. Липецкая гильза. Очень плотный пластик. Очень плотный. Кстати, где их собирают, ребята? Город Ижевск. Удмуртская республика. Ладно. Так, липецкая гильза. То есть, от главпатрона я здесь вижу пыш-контейнер. Я здесь вижу дробь быстрее всего. И я здесь вижу липецкую гильзу, которая тоже использует главпатрон. Блин, проблематично будет их разобрать, чтобы не резать. Так, давайте я отключусь. Сейчас вытащу. Ну и вот мы достали контейнер. Да, H21. Ху-ху-ху. Моему счастью нет предела. Так. Сейчас расскажу почему. Вешаем порох. Ну, ребята, его рекомендовано 1,6. 1,57,5. Ребята, здесь порох Аквила. Это сейчас один из лучших порохов, которые у нас есть на российском рынке. Я много лет стрелял этим порохом. Прекраснейший держит мороз. Боевые характеристики, ну шикарнейшие просто. Чистейший ствол. Я могу только поздравить концерн Калашников с тем, что они реально сделали хороший патрон для России. Единственное, что вот эту дробь бы им еще потверже. И просто был бы бомбический патрон. Итого, что мы имеем. Гильза Липецк использует главпатрон. H21 от главпатрона. Дробь быстрее всего главпатрон, потому что, ну, вижу, что она вот, ну, главпатроновская такая вот. Ну, могу, конечно, ошибаться, но... И порох лучший из европейских. Мне не нравится А1, мне не нравится там вот этот, вот эти BP, мне вообще не нравится. Я когда тестил, стрелял много лет, там, наверное, в 2000 там каком-то году, вот этими порохами, вот Аквила, один из лучших. Более того, я эту Аквилу давал Руслану на ганзву. Он ее отстреливал, он тоже под большим впечатлением от этого пороха, у него все есть в теме. Поэтому один из лучших европейских порохов в этом патроне. Так, ну, собственно, вот и все. Бой будет шикарнейший. Здесь есть амортизатор. Дробь, может быть, она мягкая, но... Да можем как бы сжать, ну, тройку я сейчас сожму, и сравнить мне просто не с чем. У меня есть волгоградская, она тоже мягкая. Поэтому мы их отстреляем, посмотрим скорость, посмотрим мишень. Ну, я думаю, все, переходим к следующему патрону.